Всем привет! Меня зовут Светлана Якутина. Я хочу в первую очередь поблагодарить организаторов Бордландии, что смогли нас собрать в таком формате. Всем участникам я хочу пожелать только победы. Вообще всем пожелать счастья, любви, благополучия, здоровья и спокойствия в это непростое время. И сегодня я исполню авторскую песню, называется «Свеча». Когда ты знаешь, что кому-то плохо, когда и чувствуешь и сердцем, и душою, зажги свечу и попроси у Бога для ближнего душевного покоя. Зажги свечу и попроси у Бога для ближнего душевного покоя. Свеча горит, и Бог с тобою говорит дыханием пламени, слова твои колышет. Я попрошу и никому не расскажу, о чем прошу, а он меня услышит. Свеча горит, и Бог с тобою говорит дыханием пламени, слова твои колышет. Я попрошу и помолись тихонько. На том краю планеты друг твой вздох поймает. Зажги свечу и помолись тихонько. На том краю планеты друг твой вздох поймает. Свеча горит, и Бог с тобою говорит дыханием пламени. Слова твои колышет, я попрошу.